Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем играть в игру «Атомное море» за радиоактивную пиранью или непонятную вообще какую-то рыбу-убийцу, которая ест все подряд и питается радиоактивными отходами. Итак, успейте за 2 минуты съесть 8 больших рыбин. Итак, давайте, я думаю, мы это успеем съесть. Но тут еще есть глаза, которые нам мешать это будут делать. Так. Думаю, мы... Так, минус одна. Думаю, глаз нам тоже придется съесть, чтобы он нам не мешал. Так, все. И еще одна рыбина. Так. Давай. Так, все, съели. Отлично. Офигеть. Мы сейчас еще одну рыбину съедим. Так, глаз. Он нам мешает проходить, он взрывается и выставляет шипы, и, блин, он нас поражает. Так, рыба. Времечко идет, там вообще, ребят, сверху какие-то мозги. И они нас убивают, до них нельзя дотрагиваться. Но ничего страшного, мы просто попробуем пройти заново. Итак, нам показывают даже. Так, давайте попробуем пройти все-таки заново. У нас есть 11 радиоактивных бочек. Давайте еще кто тут за 10. Еще что-то прокачаем рыбеху. Так, она все становится у нас быстрее и жестче. Так, сразу здесь рыбу хотят от нас уплыть, но они тут-то им было. Так, они чуть-чуть выбрасывают свои бочки, наверное, их нужно будет собирать. Они нам потом пригодятся. Да, они дают там плюс 5 хп или еще чего-то там, но это очень хорошо. Нам эти бочоночки потом нужны будут для прокачки. Так. Маленькие рыбыки тоже сами в рот заплывают. Блин, ну какие они тут резкие, а? Ребят, чем дальше, тем сложнее. Так. Все, минус одна. Так, ничего себе. Так, подождите. Туда я не поплыву. Глаз. Так, вот еще одну рыбу нашли. Так, там тоже не поплывем мы туда. Так, подождите, еще 3 рыбины большие где-то есть. А где еще 3 рыбины большие? Глаз, мы тебя съедим. Так, наверное, вон там сейчас он пройдет, колодца. Мы его тоже съедим. И здесь... Так, здесь нету рыбин. А где, ребята, где еще? Где еще рыбины? Вон они, но как раз 3 здесь рыбины. Время остается совсем чуть-чуть, но нам надо съесть их, главное не дотронуться до щупалец, которые нас могут спокойно убить. Они все ближе к ним плывут, ребята. Так, одна рыбина, и остается 10 или 15 секунд, и мы успеваем это сделать. Открываем самый первый ящик. Плюс 1000. Неплохо. Один глаз съели, 13 даже маленьких. Что нам всего дают? 4 реактивные бочки, это очень мало. На них мы... Так, апгрейд, так, спид, скорость. О, скорость рыбки можно увеличить, например. И еще... О, здоровье можно увеличить у рыбки, офигеть. Погнали в следующий уровень. Так, за 3 минуты нам нужно съесть. Блин, какие-то мозги. Две кучи мозгов, один глаз, большую рыбу и маленьких 15 рыбин. Воу, так. Так, ладно, начнем сначала с то, что будет у нас попадаться. Самым первым. Блин, фига себе. Так, я его съел, но он у меня забрал столько жизней. Так, глаз. По-моему, нам тоже нужно съесть глаз. Да, глаз мы съели. И сразу попадаем в большущую рыбину, прямо чуть ли не в рот залетели к ней. Так, теперь куда? Ого! Так, вот они мозги, которые нам нужно будет съесть. Нам даже 3 минуты. Но, блин, нам жизни, нам не дали очень мало жизни, потому что мы дотронулись до того щупальца. И сейчас будем стараться проходить заново этот уровень. Но ничего страшного, ребят. Так, 3 минуты, всего лишь 3 минуты. Главное не дотронуться до того щупальца, вон, который внизу, потому что он у меня все жизни забрал. Так, глаз, я тебя сейчас тоже съем, когда ты уберешь свои шипы. Потому что ты вообще можешь меня своими шипами сразу убить.
Так, все, минус, глаз. И здесь будет у нас одна рыбина, которую нам тоже нужно будет съесть. Давай. Так, еще нам по пути. Нам нужно будет еще маленьких рыбин есть. Так, а кто у нас здесь? Глаз. Еще глаз. Так, подожди, туда мне не надо, наверное, да? Маленьких рыбин едим. Вот здесь нам нужно будет. Ай, стой. Сколько ты у меня забрал жизни? Противные глазище. Так, теперь туда засасывай меня обратно. Так, мозги рыбы, ой, вот это здесь вообще все, целая куча вообще всего, смотрите. Так, мне нужна одна большая рыбина. Так, все, глаза мы съели, это завершили, и теперь вот эти большие. Ого, ребятки, я нажал на увеличение. И рыба стала вообще большая. Вот это ничего себе. Блин. Ладно, попробуем заново. Итак, пробуем, ребятки, проходить заново. Так, вот этот, две вот этих штуковины, которые нужно будет съесть. Я их не успел съесть. И сейчас, я думаю, постараюсь, конечно, попройти. Так, ах ты рыбина. Так, глаз, ты пока не взрывайся, я тебя тоже съем. Так, отлично. Так, подожди, рыбина. Все. Так, внизу есть что? Так, внизу, надеюсь. Так, глаз шип. Ого-го. Меня ужалили один раз, блин, это уже плохо, потому что меня ужалили. Сразу здоровье, сколько я потерял. Так, глазы я съел. Так, вот рыбина. Еще две такие мне нужно съесть. Так, маленьких тоже нужно съесть. И там большущих этих осталось. Так. А вот они, мозги вот эти. Так, ребята, да подожди, давай назад. Я же только что, блин, увеличился, чтобы съесть этот мозг, попробовать. Так, подождите, а его никак вообще не, да? А как его есть? Ого, слушайте, а почему его никак не съесть? Очень-очень странно. Может, надо что-то еще прокачивать? Так, давайте посмотрим. Что здесь можно прокачать? Так, подождите, а что здесь? Как вернуться? Ладно, ничего страшного. Будем пробовать, ребята, еще раз. Не будем рисковать, главное до водорослей, до тех не дотрагиваться. Так, глаз, пока он еще не вырос. Давай, съедай. Время мало дается, мы должны пройти. Так, рыбина еще большая. Так, пиранья, она в большую превратилась же у меня. Но почему она не может никак съесть эти глаза? Может быть, в последнюю очередь? Может быть и нет, не знаю почему. Но давайте все-таки попробуем это сделать. Так, меня забрасывают вниз. Так, маленьких рыбок еще 5 штучек. Так, осторожно от глаза. Блин, да я же сказал осторожно. Так, что здесь? Здесь что? С какой стороны их начинать есть? Здесь очень много. Так, подождите. Чё меня все выбрасывает? Ну, давай. Внутрь. Так, вот я вырос. Активировал. А, вот, снизу их надо есть. Да, их нужно есть снизу. Так, что? Я съел 2, да? Я успел? Офигеть, ребят, я успел. Итак, мне нужно доесть большую рыбину одну. Съесть нужно одну большую рыбину. Ну давай. Есть, ребят, я прошел уровень. Офигеть просто. Я думал, вообще это будет сложно. Так, какой кейс выбираем? Давайте средний. Плюс 7. Отлично. Так, и что теперь? Так, мы прокачались. Мы уже на 6-м левеле. Так, продолжаем играть. И что мы здесь можем увеличить? Так, сколько у меня? 19. Так, здесь уже все 2. Так, рыба. Первый уровень. Так, ага, вот она здесь, когда увеличивается. Так, вот это что такое? Биощилд. Не знаю, щит может какой-то, биозащита. Так, скорость, не знаю, так.
Здоровье 4 стоит. Так, у меня 19. Ни на то, ни на другое не хватает. Давайте купим вот это. Сам последнюю. Так, челюсти. Так, у меня 9. Увеличим челюсти, увеличим здоровье. Так, и все, погнали. Следующий уровень, ребята. Ого, мне нужно съесть 5 здоровых. Так, где они? Так, вот, нам уже показывают. Ого-го-го. Так, а подождите, не на время, да? Не на время, просто нужно его съесть. Времени нету. Так, стой, 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 подожди. Они, то есть, пока плывут, надо их съесть. Похоже, я уже проиграл, ребята. Да. Ладно, ничего. Очень быстро теперь я буду делать. Так, продолжаем. Так, все, сразу к нему плывем. И начинаем его обгладывать. Давай быстрее, 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 быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Вот, 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 торопись, торопись, торопись. Из него еще сыплется, сыплется. Эти баночки, которые нам нужно будет подобрать. Так, сейчас второй плывет. Так, а где же второй? Так, вот, вот, вот он. Здесь тоже близко. Так, продолжаем, продолжаем. Его есть. Блин, ну куда он плывет? Он плывет, ребятки, смотрите, он как плывет. Так, ладно. Я его достал. Так, еще два. Где же они? Вот они, ого. Блин, я думал, он здоровше. Что-то мне показалось на первый взгляд, что он слишком здоровый. Но нет, он вроде такой же. Так, из него эти баночки с радиоактивной штукой, с фигнёшками, как они там с этой радиацией падают вниз, сыплются. И куда-то пропадают. Ребят, где они? Они мне нужны. Так, где еще один? Так, вот. Офигеть, они, блин, прямо сквозь текстуру плывут. А мне вообще никак. А я его сейчас здесь уже буду ждать. Давай, давай, сразу буду нападать. Сразу буду нападать на него. Да-да-да, главное его за экран не запустить. Так, подожди, подожди, давай я съем. Почему не успел я съесть эту? Пузырек, который мне очень нужен. Так, отлично, давай. Так, все. Без паники. Без паники, ребята. Последний остался. Вот он снизу. Вот он снизу, последний, дружище. Давай, очищайся. Я тебя по-быстрому сейчас только съем, и все. И мы проходим этот уровень, не открываем. В этот раз первый кейс я хочу. 500 поинтов, очень мало, ребята. Ого, я даже успел съесть. Что-то у меня вообще не прибавилось ничего. 3 этих. Прибавлю-ка я здоровье себе. Или нет? А, вот здесь уже 6 надо, и здесь 6, а у меня только 4. Так, что, скорость прибавим, все по нулям. Так, все, отлично. И на этом я буду заканчивать свое видео. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео. Всем пока.